Всем привет! Это вторая часть видео из магазина «Смешные цены». И мы будем продолжать с вами смотреть товар, который здесь появился. Все новинки. Это вот такие куколки для полотенца. Очень симпатичные. Они есть разные абсолютно, с разными волосами. Разный дизайн. Для кухни, по-моему, очень красиво. И вот пошла обувь. Это кроссовки, это женские кроссовки, 910 рублей на такой большой толстой подошве. Они очень легкие, с виду они смотрятся громоздко, но очень легкие кроссовочки. Есть еще за 910 вот такого плана. Они уже идут с отделкой, наполовину текстильные. Тоже очень удобные, хорошие и легкие. И есть вот такие, сейчас, по-моему, самые модные кроссовочки. 845 рублей, беленькие. И тоже подошва такая утолщенная, тоже легкие. Есть Adidas. Ну, это, конечно, подделки все, но все же. Тоже очень хорошего качества. Тоже легкие и цвет такой приятный. Это Nike кроссовки. Тоже такая подошва интересная у них. И рисунок интересный. И цена тоже очень интересная. 650 рублей. Это все заводское. Весь товар заводской. Поэтому выполнен он качественно. Adidas кроссовки, это уже мужские, я в мужском отделе, есть черные и есть белые. За 975 есть мужские вот такого плана, тоже беленькие, сзади такая темная окантовка. Все кроссовки легкие, хорошие. Ну, это пошла уже обувь осенняя, ну, осенне-весенняя. Вот такие полуботиночки, полусапожки, здесь есть и зимние. Модели все очень красивые. Ну, не все, конечно, но очень много красивых моделей. Вот, посмотрите, например, какие симпатичные ботинки. И всего лишь 780 рублей. Полусапожки тоже 780. И вот это вот, по-моему, самый писк моды. 715, и их прям берут все на расхват. Есть бордовые, черные и белые. Есть вот такие ботинки, смотрите, тоже интересные застежки. Такие весенние ботиночки, тоже очень интересные. Они на молнии и вот на таких вот интересных застежках. Два цвета. Это уже зимняя обувь. Вот такие луноходы огромные. Это все ряды вот с обувью. Очень много обуви. Это зимние. 650 рублей вот такие полусапожки. На искусственном меху. You like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. How it feels. Turn off our
game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. How it feels. Здесь всегда большой ассортимент сумок женских. И вы знаете, качество очень даже хорошее, пошив хороший, ничего, нитки не торчат, фурнитура симпатичная. Посмотрите, какие сумочки. И цена, соответственно, у них по 600 рублей, по 500. Смотрите, какие красивые. И кожа такая мягкая, кожзам мягкий и выполнена очень качественно. Сумки очень красивые. To play your own game, cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels, how it feels. Come on, fire. To play your own game, cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels, how it feels. Cover it up, you like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels, how it feels. How it feels. How it feels.
You like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. How it feels. Cover my fire. Девочки, пишите в комментариях, какой бы отдел вы хотели, чтобы я поподробнее сняла. И тот отдел я сниму более подробно, более раскрыто. Покажу все, что продается в этом отделе, цены и какой товар. Отделов, потому что здесь много, все сразу не охватишь. И, например, если посуду, то посуду. Если какую-то технику для дома, что-то там постельные, какие-то принадлежности для дома. Все это я могу поподробнее снять и все вам показать. Так что пишите в комментариях и напишите вообще, нравится ли вам этот магазин, нравится вам товар, который я вам показываю. Я еще раз повторюсь, магазин находится в городе Москва. Метро Щелковская, Щелковское шоссе, дом 100. Вывеска магазина, магазин называется «Универмаг номер 1». Ну, как бы, в общем, это смешные цены. Я их так называю, магазин «Смешные цены». Вот, и посмотрите, какая красота здесь тоже есть. Для подарков там, или кто-то, может быть, собирает, коллекционирует. Спасибо всем, девчонки и ребята, за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Пишите комментарии. Пока.